Так, теперь остались ручки и багажник. Тут наушники, наверное, надо сделать. Так, давайте сделаем сейчас то же самое. Берем по-прежнему мышку, с ним очень удобно работать в плане. Так, смотрим спереди, пропорционально, чтобы все это было. Чук-чук-чук-чук-чук. Ну, пусть будет такая. Эспазету. Такая вот рука достаточно будет, да? Далее идем в свой модификатор, Subdivision. Mod. Тут мы, естественно, раздвигаемость. И Ctrl-R-чиков наделаем. Это слишком много я сделал. Вот так. Вот теперь контролерчики пошли в ход. Слишком много. Ctrl-R. Так вот, все достаточно. Ну нет, можно сказать, что play. Сейчас скажем. Play. Здесь выберем. Ну тут, наверное. Тут. Может быть, чуть пошире. S по Z. Вот так. Да? И скажем Shift D и скажем, что P Selection. Ну и заодно его выделим. Также пойдем в солидности добавим. Где-то вот столько, наверное. Здесь Subdivision добавим. Штуки 2. И скажем, Smooth. Да. То же самое произведем, скажем, солидностью мы согласны, но не согласны с тем, как она выглядит. Мне кажется, немножко еще надо бы солидности. Ну ладно, мы лучше сделаем так. S. Вот так и все. Прижали. И play. О, смус. Готово. Так. Это выбрали. Это Ctrl-P. Объект Keep Transforms. Ну, теперь можем кипать как угодно. Смотрим спереди. G.
хостинг. Можем это дело увеличить. S. Вот так. Окей. Так, ну, если мы этим довольны, то мы можем сказать, что трансформер убираем, но листаем. И отсюда говорим error. Это мы тоже скажем. Первое, что play. А далее скажем error. Все. Тут готов у нас, да? Ну ладно, пусть так остается. Хорошо. Здесь у нас мерор, здесь мерор, здесь мерор. Можем потом все это убрать, естественно. Так, сделаем рюкзачок ему. Что мне надо это потолще сделать. Я не знаю. Так, и S. Это два раза не работает. S по X тоже. Это странно, конечно. Что вот так будет хорошо. Да. Ну, после этого, конечно, можем применить опять mirror. Ну, теперь важная вещь. Это у нас Ctrl-A. Mesh, опять куб берем, приводим его в чувство. С помощью G выводим сюда, Y-куб. Так, уменьшаем. Так, S по Y делаем, S по Y сдвигаем вот так. Так, дальше говорим subdivision. И мы вас уменьшаем еще раз. Так, смотрим примерно так вот, да? Давайте поставим его на место сбоку. Смотрим G. Да. Говорим 2. Говорим.
космос. Получаем хороший такой рюкзачок, грузовичок. Отлично. Говорим apply. Что нам еще надо здесь? Нам надо будет сделать следующее. Мы берем сейчас цилиндрик. Сюда двигаем, сюда двигаем, сюда двигаем. Есть. Сбоку лучше симметрия, но тут ни при чем и ни к чему. С этим мы знаем, как справляться. Идем в edit mode. Так, сначала говорим Ctrl-B. Отлично. Далее говорим и е Ctrl-B и е. И еще раз Ctrl-B. Вот такую мы сделали с вами, да? Прекрасненько. Сказать надо смус. Но смус это поправить. Сказать, что ребята, так не надо. Так нам надо 30%. Все отлично. Так, последнее, что нам остается, сделать тут наушнички, да? Так, наушнички мы сейчас с вами сделаем, это без проблем. Берем цилиндрик, поворачиваем его R ось Y 90, уменьшаем соответственно. Спереди смотрим. Сюда, на S по Z. По X. То же самое смотрим сюда. Идем Edit Mode. Выбираем, говорим Ctrl-B. Секундочку. Не совсем не нравится. Reset Transform. Ctrl-B. Так лучше. Так. Теперь этот чуть-чуть уменьшаем е, выводим вперед е, говорим Ctrl-B, далее объект, говорим шейсмус, но за это поправляем на 30%. Если мы видим, что она не очень хороша нам, то добавим ей subdivision. Ну и здесь, соответственно, Ctrl-L. Все. Спереди проводим сюда уже, убираем все трансформации, и мы довольны Subdivision и применим теперь Mirror. Да, космонавтик у нас готов. Мы можем его, в принципе, посадить на какую-нибудь планетку. Так, предварительно, конечно, раскрасить его.
все это можем объединить. Ctrl-Z. Опля. И перед тем, как это делать, давайте мы пройдемся по всем этим недоделкам. А то будет у нас тут дела. Так, что у нас будет белым? Все объединим. Ctrl-Z. Где-то забыли. Mirror. Тут же у нас Mirror, да? Да. Не надо ничего забывать. Ctrl-Z теперь должно быть все нормально. Так, и она у нас белая. С этим мы потом поработаем. Здесь мы с вами пойдем. Это белое, это понятно. Здесь нам нужно будет новое сделать. Допустим, голубенький такой. Вот такой. Смотрим, как он выглядит. Хорошо выглядит. Аж чуть-чуть ослабее. Вот так я бы такой сделал. Так. Это тоже скажу си. Ну, это пускай все нам так и будет. Может быть, вот это сделать синим. Напоминает молочную канистру. Ну, не важно. Факт то, что получилось, то получилось. Здесь тоже это тогда. Ах ты, елки-палки, мы турус-то зря сделали. Вот. Зараза. Видишь, так получилось-то. Что мы это дело не углядели. Теперь придется исправляться. Вот. Возьмем какой-нибудь квадратик. Допустим, вот этот. Мы можем делать так вот еще. Так, 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 так. Придется пройти этот путь. Бывает, забудешь потом какое-то время тратить на исправление. Ну ничего. Так, мы сейчас сделаем следующее. Вот к этому материалу просто прибавим тот же самый голубой. Если он не совпадает, он, естественно, не совпадает. Мы можем посмотреть вот этот наш материал и его применить. Вроде бы как все.
остальном я пойду в Кайшот и там добью космонавтика. Для этого мне надо пойти сюда, сказать экспорт. Wavefront. Включить три галочки. Космонавт OBG. Он быстро сообразил. Так. Вот это могли бы тоже немножко покрасить на всякий случай. Я сделаю вот так. Такой вот оранжевый яркий цвет. Окей. Еще раз, если что. Теперь переходим в кейшот. Импортируем космонавта. Импорт. Вот оно. Ну и здесь мы можем выбирать. Смотрим свет. Reflection, да, пускай рефлектирует он. Вот этот мы сделаем металл. Пускай так остается. Даже можем поискать здесь какой-нибудь скайда. На планете он у нас находится, да? Да, все что угодно можно. На месте у нас стоит модуль модель. Выделим его так, чтобы тень у него была нормальная. Вот. Ну и тут я говорю, что тут можно кучу всяких возможностей использовать, вплоть до, допустим, если мы возьмем природу, найти, ну, похоже на Марс. Вот. Вот, пожалуйста. Вот, смотрится хорошо. Пойдем еще сюда, скажем, что у нас вот так, и у нас получится очень неплохая, допустим, такая вот картинка на Марсе, да?
Ну все, получили довольно-таки неплохо все у нас. Теперь я с вами попрощаюсь. Разминка закончена. Всего доброго. Пока.